Тамара, поздравляю вас с успешным окончанием первого уровня обучения и успешной сдачей зачетной композиции. Скажите, пожалуйста, как долго вы занимаетесь фланкировкой и что вас к этому подвигло? Спасибо за поздравления. Занимаюсь почти 4 месяца. Точнее, если то 3 месяца и 3 недели. Что подвигло, увидела, как другие занимаются, как это красиво они делают, и тоже захотелось научиться, обязательно научиться. Ну и вот я здесь. Чем еще вы занимаетесь, кроме фланкировки? Еще занимаюсь работой с коротким клинком. Это, я так понимаю, связано с ножом, да, с ножевым боем? Да, связано с ножевым боем. Именно так. Какие ближайшие цели в своем развитии вы ставите? Учиться дальше, достигать каких-то результатов, учиться работе с двумя шашками, участвовать в соревнованиях, участвовать в выступлениях. Ну тогда успехов вам! Спасибо.